Здравствуйте, меня зовут Саня Милич, я журналист, работаю заместителем главного редактора в телевидении Сербии на программе культуры и художества. Я занимаюсь переводами, перевожу пьесы ваших писателей. Сегодня, когда записываем этот видео, в Москве начинается книжная ярмарка. Мне очень жаль, что я сегодня нет с вами, потому что я последних несколько лет каждый год ездила в Москву именно на вашу выставку ярмарку. Когда говорим о русской литературе, у нас очень много переводят вашу современную литературу. Переводят, во-первых, прозаиков. Прилепина, Водолазкина, Людмилу Улицкую, Пелевина, Сорокина. Но, честно говоря, самый популярный писатель, чьи романы и сборники рассказов читаем, есть Захар Прилепин. У нас перевели все его романы и сборники рассказов. У нас нет достаточно перевода вашей современной поэзии и нет достаточно переводов литературы теоретической из области эстетики, теории искусства, например, теории кино или театр. На другую сторону, мы маленькая страна, литература, которую мы должны, для которой мы должны одни сделать промоцию. К сожалению, после переводов наших классиков, Нушича, Андрича, Црнянского, сейчас переводят Данила Киша, не хватает достаточно переводов самых лучших сербских современных писателей. У вас перевели все, что написал Горан Петрович, это замечательно, так должно быть, но в его поколении есть и других одинаково хороших писателей, например, наш замечательный, отличный писатель, чьи романы и рассказы переведены, например, все во Франции, Владан Матиевич, у него нет книги на русском языке. Это можно сказать и про нашу поэтессу, драматурга и сценариста Милену Марковичу. Она родилась сначала 70-х. Пришла новое поколение очень хороших, известных писателей, которые получили самые важные призы в нашей культуре. И здесь наши издатели переводят ваших писателей, которые получили, например, «Большую книгу» или «Русский букер». Я думаю, что кино в Сербии, русское кино, известно в большинстве случаев, это что называем фестивальное кино. Но в Российской Федерации сейчас очень качественно кино во всех жанрах. Мне кажется, что, вот, например, я сейчас читаю новый перевод романа Сергея Довлатова «Заповедник». У нас перевели по-другому, Пушкинова брда. Заслуга идет фильме «Довлатов», в котором играл наш молодой, отличный актер Милан Марич. Фильм может, кино может много сделать для художественной литературы. Вы в России все знаете нашего на мировом уровне знакомого, известного режиссера Эмира Кустурицу, но есть и других, чьи фильмы заслуживают
ваше внимание. Например, Олег Новкович, вот видите, у него и русское имя, но мы говорим Олег и Олег. Например, Мирослав Момчилович или Срдан Голубович. Думаю, что, может быть, призы, которые книга или фильм получает на фестивалях, недостаточны для выбора этого, что мы должны представить вам и вы нам. Я надеюсь, что пандемия уйдет и что мы увидимся скоро по какому хорошему художественному поводу. Всем привет, я желаю вам отличной книжной ярмарки.